В матче 1/4 финала Кубка Английской Лиги лондонский Арсенал потерпел домашнее поражение от Тоттенхэм Хотспур со счетом 0-2. Счет в матче на 21-й минуте открыли гости. Сон Хэнмин убежал 1-1 по месту правого форварда после классного паса от Дели Али за спины защитником, после чего уверенно пробил мимо Чеха в дальний угол ворот, счет 0-1. А на 61-й минуте Гарри Кейн классной передачей от центра поля за спины защитником вывел 1-1 Дели Али, а тот техничным ударом перебросил мяч через Чеха в дальний угол ворот, счет 0-2. Таким образом, в полуфинал турнира вышел Тоттенхэм, а Арсенал завершил выступление в Кубке Английской Лиги. Действующим победителем Кубка Лиги является Манчестер Сити, который в финале прошлого розыгрыша разгромил лондонский Арсенал со счетом 3-0.